Всем привет! Вы на канале Фанни и Йоркширс Китель. И в своем видео я покажу, какие подарки я приготовила Фанни на день рождения. Вот такой пирог. И свечку. Сегодня Фанни исполняется 1 годик. Вот такие воздушные шарики, чтобы повязать к мягким игрушкам, которые я приготовила на день рождения. Вот такое красивое платье я заказывала Фанни с Алиэкспресса на день рождения. Мне оно очень понравилось, то что оно такое пушистое и радужное. Сейчас мы нарядим Фанни и будем праздновать ее день рождения. Вот такая красивая девочка у нас. Вот смотрите, такая симпатичная. Это подарки Фанни на день рождения. Вкусняшки микс. Морковка и курица, шпинат с курицей, кольцевая косточка, игрушки из фирмы Конг и серия Кози, обезьянка, олень, крокодил, зайка из другой серии. И цыпленок. Игрушки и вкусняшки она сразу заинтересовалась. Игрушки все новые она просто обожает. Сейчас мы откроем пирог. Пирог Фанни нравится. В один из дней, когда я пила чай с таким пирогом, Фанни у меня его просила. Сейчас зажжем свечку. Посмотрим, какой красивый Фанни пирог на первый ее день рождения. Вот такой красивый пирог. Это вот так вот горит свечка. Теперь я надула шарики и повязала к игрушкам. Я хотела так, ну, и заинтересовать собаку. Фанни всем этим очень удивлена. Она раньше такого не видела. И с интересом все наблюдает. Вот так выглядит игрушка, привязанная к шарику. Вот смотрите. Всем спасибо за просмотр.